Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и я за несколько часов до наступления нового 2020 года хочу вас поздравить с тем, что 19-й заканчивается. Спасибо, что в течение этого года смотрели меня, спасибо, что стали новыми зрителями, те, кто присоединился к каналу только в этом году. Спасибо спонсорам, что поддерживали меня финансово. Вас в этом году стало тоже намного больше. Хочу пожелать вам за несколько часов до наступления нового года, чтобы в 2020-м все, что вы загадываете под бой курантов, обязательно исполнилось. Только не надейтесь, пожалуй, на чудо, а на собственные силы, тем более, что стратегические игры, в которые мы с вами любим поиграть, которые я люблю вам попоказывать, учат нас именно тому, чтобы планировать свои действия наперед и выполнять то, что мы запланировали. Я уверен, что вы все в состоянии исполнить ваши желания. Так что Дед Мороз, конечно, классно, пускай он вам подарочки под елочку классные поставит, но вы сами можете сделать в 2020 год намного лучшим, чем был 2019. Надеюсь, что в 2020 вы будете вместе со мной, будете смотреть мой канал. Я планирую и другие форматы делать, и другие каналы заводить. Точнее, они у меня есть. Канал про Америку, канал, на котором я буду выкладывать подобие мнения дилетанта. Так что оставайтесь со мной в 2020-м. И еще раз с Новым годом. Играйте в умные игры.